Лёнь, ты во мне ничего не замечаешь? Замечаю. Я мужик! 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 Это доказательство. Так, ты мне в камеру имени тыкай, да? Не тыкай, да? Не тыкай, да? Кстати, давайте сценки разыгрывать. В общем, Владлен приезжает на кладбище. Владлен никуда не пойдет. Заниженный, короче, пони на заниженных приорах катаются розовые, да? Не завышай мою тачку! Нет! Ой, эти глаза! Эти глаза напротив! Кладбище основал великий пони 100 тысяч лет назад. И с тех пор ни одной новой могилы на нем не появлялось. До вчерашнего дня, пока на могилу не пришла Йоси. Сегодня мы наблюдаем расставание любимой пони Йоси и Йоси самой. Очень трагический момент. Туман закрывает... Слышь, пони. Давай по сценарию, а? Да все нормально, все правильно. Туман закрывает пони Йосю. И все те чувства, которые испытывала пони к Йосе, все те чувства, которые испытывала Йося к пони, исчезают для нас, но не исчезают для них двоих. Я подглядываю, не мешай. Я утащил ее на днище морское. Тем временем на морском днище. Она моя! Нет, моя русалочка! Это килька какая-то автоматика. В мире животных. Сегодня мы наблюдаем за брачным периодом подводных креветок. Трупов! Подводная трупа! Посмотрите на эти живописные танцы, привлекающие партнера. Танцы на днище. Скажите, пожалуйста, когда вы станете папой, как вы будете заботиться о своем потомстве? А, да я не собираюсь заботиться о потомстве, у меня есть папа, и мы уедем с ней куда-нибудь подальше и оставим с тремя детьми, а может и с десятью сразу. Как правило, морские креветки рожают до 500 личинок. Ну, этот будет год не очень урожайным. Ладно. То есть вы намекаете на то, что вы плохи, я намекаю как на то, мужчина? Что наша популяция будет стремительно падать, и Greenpeace на это просто должен обратить внимание. О, отсюда смотрите и деньги. Смотрите на эту гипнотизирующую морду. Знаешь, Люба, мы никуда не поедем. Вы что? Потому что все деньги пойдут мне на лечение в дурку. Нет, не сингл, Клэйв, не сингл. Нет, нет! Слишком поздно. It's too late now. Too late to fix anything. It's too late It's now. It's all over now. It's not your time. What's up? Гусеница курит кальян. Ой, блин. Что? Как-то из меня не очень красиво это торчит. Что-то тут такое. Такое? Вообще такое. Такое? Кто меня ослепил вспышкой? Нельзя животных со вспышкой фотографировать, дети. Помните, когда вы находитесь в зоопарке и фотографируете героев ваших любимых мультиков Диснея со вспышкой? Лёня, ты куда с меня соскочил? Вот. Эти самые герои мультиков Диснея? Лёня, ты зачем меня за задние копыта взял? И подтянул, я не помню. Коробки с компьютерным железом снизу. Это полное днище. Зачем две видеокарты? Двухканальный режим. Две разные видеокарты. Двухканальный режим. Еще одну. Двухканальный это типа как? Ну, когда две карты работают одновременно. А зачем? А зачем, да? Ну, потому что одна карта работать одновременно не может. Блин, Лёня, объясни, у меня мозг взорвался. Do you want this mask? Че за маск? It's a Bane mask. Prepare for the glory of me. Это пародия, да, суперзлодея, который в последнем фильме Трамп Бэтмена, короче, там полностью вообще все сломал.
вообще все. Дети, помните, пожалуйста, про то, что фотографировать животных со вспышкой очень плохо. Фотографируйте обязательно. Вот видите, посмотрите на это животное. Кажется, у меня мозг сломался тоже, потому что я тоже животное. Владлен, Владлен, танцуй. Битва Бэйна и Пони. Что? Не больно. Мне больно смотреть на то, как ты пытаешься меня ударить. Ржу не могу. Я, как админ этого сервера, приветствую вас на этом сервере. Он меня убил, а мне заманил его. Алло, тут можно играть на компьютере в Гаррис Мод, ребят. Я играю в Гаррис Мод, все. Блин, что? Чё, Enter не нажимается, да? Влад. Влад. А, Влад. Не уноси меня от компьютера. Нет, не надо. У меня зависимость. Эти злые люди бьют пони. А я, между прочим, волшебница. Дети, никогда не фотографируйте животных со вспышкой. Мамикоши, что это? Вон, Лен, ты видишь слева от себя сейчас, что будет происходить? Прогноз погоды. На кухонной тумбе собираются грозовые вихри. Давайте играть в шарики! Ой, шарик. Шарик, 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 шарик. Шарик. Ой, еще один шарик. Не-не-не, стоп, я хочу желтый шарик. Кто вызвал этого гондураза? Какого? Меня никто не вызывал, я сама пришла.